Приветствую вас. Ситуация такова, что вы пишете, что 2 года назад ваш сын от вас уходит. И, собственно, тогда же, а точнее еще от того времени, когда сын ушел, 4 года вы встречаетесь с мужчиной. По сути, получается, что вы вот в одиночестве, в уединении для себя, вы не живете. Вы жили для сына всю его жизнь, по сути. Наверное, вы в какой-то степени жили для своего мужчины и живете для своего мужчины. Ну, то есть того мужчины, который есть у вас сейчас. И получается, что возможности для того, чтобы пошли для себя, вас как таковой и нет, на самом деле. То есть, где взять эту возможность? Как жить для себя? Если вы постоянно с кем-то, если вы постоянно как бы взаимодействуете то с сыном, то с мужчиной, а чтобы жить для себя, нужно прислушиваться к себе. Чтобы прислушиваться к себе, необходимы условия. Условия для того, чтобы к себе прислушиваться. А этих условий, по моему мнению, у вас, к сожалению, нет как раз такие. Почему нет? Вот на этот вопрос и нужно отвечать в первую очередь. Нет условий, почему? Потому что вы не соблюдаете те необходимые элементы, которые нужны для того, чтобы понять, чего вы хотите. А первое и самое главное условие – это условие уединения. Вам нужно побыть в уединении, дабы прислушаться к себе, дабы не обращать внимания ни на кого, чтобы вас не отвлекали, чтобы вам не мешали. И вот тогда, как раз таки, когда вы побудете в уединении, вы для себя и поймете потихонечку, что же вам все-таки нужно. Только побыв в уединении, вы научитесь прислушиваться к своим желаниям, а прислушиваясь к своим желаниям, вы сможете достаточно легко научиться им доверять и действовать в их направлении. А пока вы ничего такого не сделали. Ну, вы и не могли ничего такого сделать на самом-то деле. Потому что ничего из ничего не появляется. Чтобы начать жизнь для себя, нужно менять свои привычные модели поведения. Чтобы начать жить для себя, нужно начать личностный рост. А личностный рост – это уединение, доверие своим желаниям, доверие своим ощущениям и понимание того, кем вы хотите себя видеть. Какая вы идеальная. Вот именно опираясь на эти 3 момента, вам и нужно будет действовать. И тогда вы сможете самостоятельно начать жить для себя. Если не получится, то выбирайте эксперта на нашем ресурсе и получите консультацию. Я думаю, что вам много времени не потребуется для того, чтобы
Помните, кто вы есть, кем вы являетесь, чего вы хотите и чего достойны. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.